Всем большой привет! У меня такое очень-очень солнечное утро. Уай. Ну, последние дни, благо, все время так солнечно, так классно. Орхидеям очень нравится. Скоро уже придется и котлейные притенять, скорее всего. Но сегодня речь не об этом. А разговаривала недавно с парой орховодов, и вот они говорят: ты говоришь, что ты так редко поливаешь котлеи, там выдерживаешь им сухость, ну вот как так, ты раз в 3 дня, получается, поливаешь, такого не может быть. Показываю, поливала в этот раз я в пятницу, так у меня сложилось, что не в субботу, а получилось полить в пятницу. Итак, считаем, суббота, воскресенье, сегодня понедельник, 3-й день, показываю. Так, вот, смотрите. Нету даже испарины. Они абсолютно в хруст сухие. И тут такие же стоят, без испарины. Вот, смотрите, лелька. На дне вот такая крупная пробковая кора. Потом архиата вперемешку. Ой, собственно, с лавовым камнем. И вот она мокрая только. Сейчас покажу на нее корешочки. Солнце вроде бы и радость, но в то же время и снимать тяжело. Вон корешки новые растут. Вот, там, где бирочка, видно чуть-чуть испарины. Но там видно, опять-таки, корни абсолютно сухие в хлам. И лавовый камень сухой. И все сухое. Ну и вот вам в моих условиях. Вот горшок в кашпо. И... На дне была вода, я с утра сегодня слила воду, вытерла водоросли. И вот можем увидеть, влажненько только вот здесь, вот чуть-чуть. Все. Все остальное просто в хлам сухое. Тоже корешки растут. Так что вот тут чуть-чуть испарины. Вот так вот мы видим. Все очень-очень сухое. Тоже корни растут. И вот здесь вот пурпуратый горшок. Вообще просто как пушинка, легчайший. Так. Вот. Все сухое, в хруст. Там тоже корешочки растут. Вон беленькие, хорошо видно. Вот эту вообще, конечно, сейчас, вот прямо бы сейчас поливать, потому что она сухая была уже вчера. Сегодня она легкая-легкая. Но поливать уже я буду, скорее всего, завтра, сегодня. У меня много-много других планов. Тем более я хочу немножко дотянуть, чтобы... Вот, смотрите, видите? Тут испарина на дне. Но на дне очень-очень много лавы. Она хорошо задерживает влагу. То... Получилось так. Кстати, очень неожиданно для меня, что оно так хорошо задерживает влагу. Но хочу полить уже все горшочки вместе. И поэтому подожду до завтра, чтобы и здесь полностью ушел конденсат. В принципе, можно будет поливать. Они сейчас у меня все очень активно растут. Корни, новые росты. У некоторых бутоны. Вот. И, кстати, вот здесь вот получается так мокренько, потому что водичка тут вот скапливалась, видно. По следам поднимайся там вот, чтобы полить уже всех разом, чуть-чуть подожду, я думаю, вот эти товарищи потерпят. Вот вам еще один пример, стоит не на солнце, вот чуть-чуть испарины есть, но видно внизу очень крупная кора. Видите, в принципе, все сухое, даже на звук похрустывает, и растут новые корешочки, углубляются. Так что, ой, тут такая приятная картина, гляньте, как укореняться начала суперски. Ай, обалдеть. И вот тоже сухая-сухая, тоже поливать надо будет. Так что вот так вот в такую жару, с таким солнцем, потому что на самом деле на улице вроде бы у нас то плюс 20, то плюс 6,
Но вот это вот солнышко очень-очень нагревает, прогревает, и все очень просыхает. И вот здесь вот, кстати, для сравнения, окошко, получается небольшая тень, и солнце, когда проходит, тут так сильно не греет. То вот здесь у ребят испарина есть, и они с поливом, в принципе, когда эта испарина пройдет к среде где-то, то есть до пятницы дотянут легко. Вот. А вот эти товарищи, которые на самом солнце, они уже хотят пить. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.